Сейчас малышей кормить будет. А тут смотрите, малыши. Умащивается. Да. Места, конечно, клетки маловато. Разница, зацените. Разница ровно в 26. Да, 26 дней получается. Нет. Больше. 4 недели 28 и день 29 дней. Вот только что родились поросятки. А? Наяривали. И вот поросятки. Почти месяц как родились. За месяц как выросли, да? Кстати, она их кормит по секретному коду какому-то. Постоянно никак не успевал посмотреть, когда это происходит. Сейчас те расхрюкались. Машка расхрюкалась. Вот тут у нас еще роды идут. Роды в разгаре. О, все, присосались. Разница, да? Пойдемте на малышей глянем. Видели, да? Пошел маму всем в щеку. Типа, мама, спасибо. Спасибо, маму. Какое хорошее сегодня молоко было. Ну, сейчас мама встанет, всех отряхнет. Мама дрыхнет. Тут у нас еще мама не дрыхнет. Тут у нас мама работает. Тут у нас еще мама не допоросилась. Сегодня прибавление. У свинячей армии свинство добавилось. Подождите. Немножко. Укротим дружки. Самый поводок укоротили. Я думаю, смотрю, кровушкой забрызганный, видно, с поводка придавил как-то, немножко потекло, не смертельно. Пока мамка лежит, отдыхает. Да, тут смотрите, месячные кабаны. Звери. О, под низом. Лапы расставил. Заснул, наверное. Шучу. О, все, мамка. Сейчас будет их разгонять. Вы бы аккуратнее как-то мамку сосали. Ладно, ладно. Надо убедиться в том, что вышло место.
и она очистилась. Конечно, 100% я не смогу там быть уверенным. Ну, все же буду там спокойнее себя чувствовать, зная, что место не ходило. Ничего, сейчас поросята сосут, матка сокращается, свинка нормально поросится. Без задержек в течение буквально часа, у меня не было часа, и они уже повыпрыгивали все. Молодец, Машка у нас молодец. И видите, как аккуратненько лежит, оба ряда сисек подставляет, не скачет, не прыгает, не психует. Ну просто умница. Машуня у нас просто умница. В помещении тепло, им тоже тепло, не трусятся. Видно по ним, что чувствуют себя хорошо. Давайте еще раз на банду глянем. Банда доедает мамку. Ух. Да, прокорми таких аглоедов. Ну что, из-за такого говна мелкого за месяц вырастет уже вот такое вот. Банда, настоящая банда. Мамочка молодец, тоже рыжая. Кормит их. Аккуратненько, не придавила никого. Ну просто улица. Настолько приятно. Мне жалко их будет. Ну как жалко, не жалко. С одних от свинок таких можно и оставлять было бы на свиноматах. Я думаю, нормально было бы. Поросятки.